И всем привет, дорогие друзья, с вами Расти, и мы продолжаем. Сейчас мы под знайду ремесла, под сумки. Херняки, все. Надать скорость! Давайте. Каково тебе так на них рявкать? Доводилось рявкать, и не на таких грубиянов. Это полетели. Когда ты работала в таверне? И в таверне тоже. И когда ходила в море с Рекхэмом и Мэри. Точно. Так, сейчас. И мы посмотрим по карте. Нам надо вот сюда. А так тут ТП можно. Сейчас мы тут доплывем. Все, погнали. Кингстон. Это Кингстон. Ну ладно, побежали, все. Надо. Я убью этого. Этого мудреца, да, мудреца. Освободите пиратов. А где мне освобождать пиратов? Блин, меня там какой-то гаденыш хотел убить из-за того, что я просто его толкнул. Ща мы тут пробежимся. Давай. Что это за задание такое с ассасинами? Капитан Кенвей, есть что для меня? Да, на тебя. Я знаю, где сейчас темплиер Вудс Роджерс. Он на политическом приеме, так что без шума. Говорят, король отзывает Роджерса обратно в Лондон. Да, он недоволен успехами в Нассау. Ага. Ведь пираторы ищут повсюду, как говорят. Нужна личина, чтобы обмануть тупиц на приеме. Предлагаю Ругьеро Ферраро, дипломата. Он давно в наших списках. Я понял. Отправите это в Англию. Да, завтра же. Каролайн Скотт Кенвей, Хокинс Лейн, Бристоль. А, да, это какая-то там в таверне работала. А там я подружке письмо отправил, типа. Ну, как бы не подружке, а этой. Найдите итальянского дипломатию. Бежим. Куда мне надо вообще тут? Где то в центре должен. Пойдем, когда я буду готов. Вабене, я готов. Идем. Быстрее идите. О, соси. Фу, не толкнули. Это не говорится, что тут нельзя ходить, но можно тут ходить. Все на лучшие на глаза не попадаться. Тихо, тихо. Этот город так уродлив. В нем ни малейшего намека на радость. И никакой эстетики. Почему он мне... Все шатаются по улицам, как животные. Угу. Точно скот. Никакого приличия. Угу. Бе-е-е. Я барашка. Я буду барашком. Бесприличным барашком. Ладно, так, просто мы сейчас тут прыгаем. Я маленькая птичка, я вовсе не медведь. Кажется, неплохо получилось. Все вы идиоты. Ума не приложу. Почему англичане думают, что могут покорить мир? Я тоже так думаю. Тихо. Тихо. Боже, спасибо за импортные вина. А зачем? Yes. Что? Это стелсовая миссия! Это же нереально, чуваки! Это невозможно! Он...
Нет, нет, только не заново, пожалуйста. Нет, тут ничего не приключается, Кен. Ёп, всё, давай. Сейчас мы знаем даже, куда он пойдёт. Так что всё супер. Город так уродлив. В нём ни малейшего намёка на радость. И никакой эстетики. Фу. Все шатаются по улицам, как животные. Точно скот. Никакого приличия. Так. Ну, нам потом туда пойти придётся идти. И нам к какому-то большому дому нужно будет. Да-да-да, нам туда. Тихо. Я маленькая тучка, я вовсе не медведь. Все вы идиоты. Ума не приложу. Почему он... Тихо. Ушли, все супер. What? Блин, да я застрял тут. Да, боже, спасибо за импортные вина. А чё, цель уязвима, когда она пьяна, или чё? Пить ром чаще раза в месяц? Мьютио, просто мерзость. Бастардо, я заблудился. Что за ужасный город, право? Прямые линии, ровные улицы, и все равно никакого порядка. Я скучаю по этому. Нет, меня заметили, пожалуйста. Не надо с того сохранения старого. Я же сдохну. Я не хочу его перепроходить весь. Ладно. Нет! Я готов, идем. Короче, я пойду к самому последнему просто дому. Смотри. Блин, он затерялся. Он сюда должен пойти, да? Этот... Город так уродлив. В нем ни малейшего намека. Вот сфига ли он меня заметил? Окей, все, давайте. Все шатаются по спадает, спадает. Как животные. Не спало. Точно скот. Никакого приличия. Мне потом сюда надо будет. Тихо-тихо-тихо. Все, нормально. Ага, вот он желтый. Супер. Ты чё? Идиоты. Все вы идиоты. Yes! Я их убил! Почему англичане думают, что могут покорить мир? Кому он так говорит? Все сдохли как бы. Сейчас я тут в толпе. В толпе скроюсь. Найс. Да, боже, спасибо за импортные вина. Все. Так. Ладно. Значит, нам сейчас надо как-то его. Пить ром чаще раза в месяц. Мьютио. Просто мерзость. Бастардо, я заблудился. Что за ужасный город, право? Прямые линии, ровные улицы, и все равно никакого порядка. Где меня поймали? Ладно, давайте. Если это все, то мы на этом заканчиваем. Если это не сохраняется, мы заканчиваем. Вабе. Это очень долго проходить, так что да, всем спасибо за просмотр, всем пока, ребят, с вами был Расти, удачи, давайте, пока-пока, давайте.
Тяпти.